очень показательный момент, когда вот это все случилось с Бережковым, с сайта «Динамо» он ушел буквально вот... Из руководства. Тут же, да, тут же вот его не стало вообще для «Динамо». Если брать Федерацию хоккея, то этот вопрос задавался Рачковскому, то в Федерации хоккея Бережков числится, значится на сайте. Как заместитель. Да, то есть он значится до сих пор. То есть вот это, конечно, опять-таки огромный минус прежде всего «Динамо». Вот, то есть вот был человек, да, нет человека. То есть вот. И, ну, тут, конечно, это скорее вот то, о чем мы говорили со стороны «Динамо». То есть, ну, в моем лице, например, то есть из таких, из... не знаю, идеологических соображений назовем и так, то есть я перестал быть не то что болельщиком, то есть в силу там своего профессионального положения перестал сопереживать. Да, я перестал быть человеком, во-первых, который ходит на хоккей, ходит не с профессиональной, опять-таки, точки зрения, а вот ходит с ребенком, да, вот как в театр, там купить ребенку, не знаю, чипсы, посидеть там, вот, я нашел как бы для ребенка, ну, другие интересы, да, вот, то есть для меня вот такие вот мелочи, да, которые на самом деле не мелочи, они вот очень показательны. То есть...